the world of Tallinn. Understand what you are about to learn is not only just a dance. In Argentina, it's a lifestyle. So, it's a lifestyle which takes lots of concentration to another person. You have to think the way you have never thought before. So, let's begin. Hopefully, more guys will come. But for right now, we want everybody to bring your feet together, just like this. Вы сейчас переносите на одну ножку, на другую. Да, пытаетесь здесь вот так вот шевелиться, просто с одной стороны в другую, да. Раз, два, не сгибаем коленочку, просто переходим в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Now, try not to make your body do like this. Да, пытайтесь вот так не шататься, не сгибаться, ровненькие держитесь. Да, девочки, прекрасные, у нас красивые достоинства, мы их показываем. Животики втягиваем, грудь шикарная, пышная, вперед. Да, полностью поднимаемся вверх. Next step. Вы даже запомните, та ножка, которая свободная, всегда идет. Свободная правая, правая идет. Свободная левая, левая идет. Браво. Okay, ladies and gentlemen. Everybody put your leg on your left side. Now, here is where it gets interesting. Because you only have to watch my chest. Wherever I shift my weight. Куда переносит вес партнер, туда и переносит вес. То есть для вас, для всех партнеров, вот. Где наш еще один мужчина? And wherever I stop, когда партнер останавливается, вы останавливаетесь. That's where you stop. And if I go into you, you go back. Если он идет в вас, значит вы идете назад. Свободно. Don't change your weight. То есть не меняя вес, да? На такой ножке остановитесь, а свободной ножке идете. Shoot. Miss. Don't put the weight. Только вес не переносит. The weight on the right foot. Shoot. Miss. Shoot. Miss. Shoot. Left foot. Miss. I'm not even going to tell you. Yes.
женщина. Now, some of you, especially way in the back, in the far back, you noticed that you had to concentrate a lot harder because we're so far away. But the whole point of this exercise is because the same amount of concentration that you have far away must keep the same concentration when you're close. Everybody, watch Anya's eyes. The sky could be falling. Небо может падать. And you wouldn't know about it. Но вы не будете об этом знать. Nothing else. In the split second that you take your attention off your partner. Даже небольшая секунда, когда вы посмотрите в другую сторону, да, может вот произойти что-то на сердце. It's about your heart connecting with another heart. Это о том, как ваше сердце в контакте с партнером. Okay, so we're ready for that. Let's get ready for a little movement. Давайте теперь попробуем движение. Let's get everybody in line with this. Девочки, мальчики, давайте мы все станем по кругу. Линия танца танго — это против часовой стрелки. То есть мы сейчас просто повернемся против часовой стрелки. Да, большой-большой круг. Делаем один большой круг, вот все разрушили. Да. И против часовой стрелки смотрим. Боком становимся, нам будет плохо. Всегда расходитесь, не остается, расходитесь. Если свободное место есть, станьте, можете даже еще больше расширить. Так, девочки, помним, наши животики, да, красивые ручки, очень энергия. Okay, everybody with your eyes on the partner in front of you. Мы сейчас двигаемся вперед, да, и смотрим глазами на предстоящего человека. Now, we're going to move right. На правой ножке вверх, с левой ножки будем идти. Okay, this is the one you're going to start with, your right, your left foot. С левой ножки мы выходим. I'm going to count. Раз, два, три. Четыре, один, раз. Everybody relax for a second. Раз, два, три, четыре, один, раз, два, три, четыре. Это медленный шаг, приставки, да? Шаг, четыре, шаг. To the music. По музыке. Попытаемся послушать их музыку. Everybody hear that? It's the heart beating. Thank you.
Девочки, мы тогда сейчас попытаемся в бар встать, вот как рядом стоит. Одна разворачивается, вот уже не да. Один будет ведущий, What you going to do is... Если вы будете меня, поняли, как это сработает с вами, не будете постоянно повторять. She's going to make contact. I'm going to shift my weight, just like I was doing before. То же самое, что мы делали в начале занятия, да? Мы в пару становимся и перемещаем свой вес. And then, раз, два, три, четыре. And, два, ба. Jump, pop. Now, if you're a girl, close your mind. Don't think. Yes. She moves. She moves only when my chest moves. Запомните, что все танго идет у нас изнутри. And it's also designed
all you beautiful women in here that all these guys are missing. Для того, чтобы сделать женщину красивой, чтобы мужчина старался показать свою красоту. It's our job to go inside of you. Это работа мужчины, чтобы заставить всю внутреннюю красоту, чтобы она вышла наружу. And bring out all that quality that you never, no one ever, ever seen. There's one right there. Because it's like the number 8, and in that's why it is in Hispanic, ocho. Да. О, Дима пришел. Вставай. Only spin on one leg. Okay. С правой ножки вы идете. С правой ножки вы идете вперед. С правой ножки вперед. Разворот. И с левой ножки мы опять идем. Вперед. Разворот. Еще раз, смотрите, с правой ножки. С правой плечо разворачиваем. Теперь с левой ножки пошли, через левое плечо разворачиваем. Справа пошли, через правое плечо разворачиваемся. Слева пошли, через левое плечо разворачиваемся. Хорошо, мне сейчас смотреть, как это все наработает на палец. С правой ножки, с левой ножки. С правой ножки, с левой ножки. Теперь смотрите, что происходит у меня с ногами. Я направо ступила, направо я кручусь, левая просто приставлена. На левую ступила, на левую кручусь, правая приставлена. Да. Пытаемся на немножко кручусь. Я просто так же замкнулась. И речь будет проходить каждая из вас и пробовать. Okay, I'm going to do it with each woman in here. Yeah? Who wants to go first? Снять.
It's an invitation. Помните, что вас приглашают в движение. Just don't do the move on your own. То есть не пытайтесь делать его сами, когда захотите, да, вот чтобы такого не было. Now, waiting for the invitation. Ждете приглашения, ждете. Стоим и ждем, стоим. Вот сколько вы стоите, сколько вы стоите. Пошло приглашение, и вы пошли. Приглашение, вот идет корпус, лицо, рука, глаза, сердце, все. Приближаемся близко к партнеру, да, вот эта ручка левая у нас не может быть здесь остаться, потому что у нас пойдет. One day when you're dancing tango, you're going to dance tango with a very passionate guy. Иногда бывают партнеры очень такие страстные. He's going to want to get close to you. Ему захочется очень близко к вам подойти, да? Если рука останется здесь, вы его за собой, вы туда унесете. So, the way to avoid falling is to... Чтобы не упасть, чтобы этого не произошло, вот эта ручка, она просто вот такая, скользит, поглаживает, проходит вот сюда. Да, то есть здесь она может даже что-то такое сделать. Now she's on her axis. Да, это позволяет партнерше оставаться на оси. Да, вот одна ось. И ручка потом возвращается на место. Прошла. И вернулась. То же самое мы здесь партнер. Руку не оставляют вот здесь, да, не толкая ее. Guys. Ни в коем случае, да, не показывать свои мышцы здесь. Не напрягаться. Не напрягаться, да. Это очень красивые, нежные перышки. And we have to treat them that way. Поэтому мы должны так же к ним относиться. We cannot do it like this. Вот так нельзя делать. Welcome her into your arms. Приглашайте её в свои объятия. Что мы ждём? Ждём сигнала, ждём поворота в душа. Always listen. И помните, что после каждого шага мы все вместе на себя, чтобы не было вот таких. No matter where he takes you, miss me. Wherever he takes you, miss. Whatever direction, and wait. Don't worry about him. Так, иногда Point. Я сейчас попрошу.
one move at a time. То есть одно движение, да, по одному движению мы делаем. If you're at a milonga. Милонги, это там по вечерам, люди собираются и танцуют. It's very crowded sometimes. Очень много людей. And I may plan on thinking on you and doing like this. But then, all of a sudden, о чем он говорит, что очень важно, да, партнерши слушаться партнера, потому что партнерши не видят, что происходит дальше. Да, то есть партнер должен, да, за безопасность тоже заботиться партнерши. Конечно. За безопасность. Да, очень важно, что партнерши заботятся за безопасность. That can happen at a milonga. Yes. Okay.
Ladies, all we need you to do now is close your eyes. Okay. Please, no talking, even in the background, because this is very important. Когда партнер ведет, можно и без музыки.